Всем доброе утро, ребят. Я вам уже показала тортик, как я его украсила. К обеду теперь готовлю жареный минтай, рыбку. Уже просыпала заварку, целую пачку на пол. Вот я говорю, господи, почему нет такой функции, правда? Убрался, нажать, сохранить. Как только я уберусь, я что-нибудь то пролью, то просыплю. Носилась тут с пылесосом по утру. В общем, на обед у меня минтай. Сейчас покажу минтай. Будет подмаринованный, не маринованный, под маринадом. Так, вот так маленько пошатаемся. Вот смотрите, обжарила минтай. Кляр забыла, хотела в кляре, забыла. Просто в муке обваляла и поджарила. Сложила на противень. Обжарила морковку. Две морковочки у меня. Высыпала, обжарила лук. Сюда высыпаем. Вместе обжаривать не рекомендую. Совсем другой вкус будет. Конечно, муторно, но это того стоит. Так, вот здесь у меня морковка, лук, значит. Солим. Слегка. Перчим или перчим. Все, смешиваем. Так. Ложечку томатной пасты добавляем. Чуть не забыла. Одну столовую. Но у меня тут столовая не лезет. Я сейчас две чайных. Для кислинки. Такое блюдо даже можно на семейный праздник делать. Я делаю. Там Пасха. 8 марта. Все, смешала. Ой, так вкусно пахнет вообще. Выкладываю. Как бы. Ладно, выкладывай на рыбку, потом дальше покажу. Вот так распределила маринад. Берем перец горошком. Сверху кладем. Мне вот штуки 4 хватит. 2 лаврушечки. Так, помельче 2. Все, ни воды, ничего не заливать. Фольгой закрываем. И ставим минут на 30-20 в духовку. При 180. Духовку забыла включить. Сейчас включу, поставлю на 20 минут. Все. Я говорю, можно пюрешку, можно гречку отварить. Но мы сегодня так поедим рыбку. Ребят, мы пообедали. Вот уже мою посуду. Все съели втроем. Рыбка, вот как в детском садике. Смотря, конечно, у кого какие были детские садики, но у меня прям вот вкус оттуда, с детства. Вот эта вкусная морковка так на гарнирчик. Так, на ужин я сегодня решила делать из свинины рулетики. У меня на канале это есть. Я раза два, наверное, показывала уже. Ну, так как у меня добавилось много подписчиков, я сегодня хочу вам показать. Вот я свининку уже нарезала пластиками, она у меня оттаяла. Карбонат покупаю. Сейчас мне нужно их отбить. Тонко-тонко. Посолить, поперчить и сложить. Отбила я карбонатик. Вот такие кусочки. Посолила. Сейчас поперчу.
Так. Пусть лежит это все, пока маринуется. А я прокручу вот сало свиное с чесночком на мясорубке. Пропустила через мясорубку. Теперь посолила, поперчила. Сейчас смешаю и буду начинять рулетики. Начинаем начинять. Ложечку сала. Так, размазываем. Девочки, сразу говорю, это будет не жирно. Это будет очень-очень вкусно. И вот так сворачиваем. Давайте еще один. Вот помягче. Ребят, накрутила вот такие рулетики. Осталось у меня сало немножко. Сейчас я в мешочек, в морозилку, и потом в фарш добавлю. Чесноком пахнет. Так, теперь начинаю обжаривать на масле в сковородке. Кладу швом вниз, брызгать будет сейчас. Слегка так до корочки обжариваешь с двух сторон и складываешь в кастрюльку. Затопила баньку. Выпустила курочек погулять. Так они хорошо гребут травку мне. То сидят в заперти. Пока грядок нет, повыпускаю их. Это отара. А кто такой красивый? Ну кто? Разве можно быть таким красивым мальчиком? Ползком. Пока банька топится, приехала я побелить деревья. Ой, как тут тепло. Абрикосик, интересно, надо белить. Абрикосик. Абрикос надо белить. Вот хоть не смешно, а дочь на тренировке потянула, как вывихнула ногу. Вот папе приходится ее тащить. Ей очень больно, она не может идти сама. Ой, господи. Что, в будке поедешь или? Да, в будку сейчас положим. Больно, больно. Ставлю на огонь и заливаю простой водичкой. Никто ж не думал. Потом на соли, на соль попробую. Если не досолено. И вот, ребят, если полчаса его тушить, оно будет немножко жестковато. Вот лаврушечку одну.
Если тушить час, оно будет просто нежнейшее. Просто. Все, сейчас закипит. Закипит и пусть тушится часочек. Садимся мы ужинать. Вот такие получились пальчики. Картошку быстренько поджарила. Ты жопик мой. Маша полегчала с ногой. Скочит теперь. Думали вообще. Сначала заморозили ногу, потом повязку одели ей. Вроде полегчало. Так, ну. Вот, садимся кушать. Мама пришла в баню. Ой, тихо. Привет, привет. С легким паром. Ужинать садимся. Папа у нас не любит баню, поэтому не пришел. Не любит ни в какую париться, хоть ты тресни. Так что всем приятного аппетита, кто ужинает. Ну, наверное, всем пока-пока.